Жалко. Жалко, что не смогли довести дело до конца. Прекрасная команда была. И да, все верили. Даже когда был счет 4-2, 13 минут. На лавке никакой паники не было. Нам нужно было забить один гол, чтобы вернуться в игру. Да. Они просто засели в обороне в четвером и не давали никаких моментов. А что сломалось при счете 2-1? Было как-то близко у нас? Ничего не сломалось. Просто, опять же, если посмотреть, там два раза шайба была. Сделал был проброс. Они поменяли два раза состав. Просто неудача, можно так сказать. Да? Но с другой стороны, сейчас уже говорят об этом просто. Сейчас канадцы часто задают вопрос, вот, говорят, что вот Вебер и Власич выпускали против вашего звена, что он закрыло. Чувствовали, что это против Вебера вас? Мы знали, вас мы знали, что будет ответственно сыграть Вебер и Власик. Да, они хорошо катаются. Вот Вебер, ну, более такой силовой игрок. Вот, и в принципе, когда мы выходили, но это не сразу пытались выпустить звено Тейса, я думаю, да, Тейс там, по-моему, Перри был. Ну, они играли против меня и Тарасенко, потому что у нас было 7-3 центральных. Более, не то что агрессивно, а более как бы в защите. Есть ли объяснение, что с большинством никто не есть? Ноль попытки близко. Ну, это только наши на игроков. Что мы на площадке, мы договариваемся, мы делаем. Вот. Опять же, с таким талантом, который у нас есть. Даже, по-моему, ни одного броска мы не сделали хорошего. Только Марко, по-моему, бросил так. На резоне не могли встать. Конечно, обидно, это чисто наша вина. Мы сами договариваемся, сами делаем. Знарку задавали этот вопрос тоже, вот я спрошу. То, что и Дон Черри постоянно критиковал тренерский штаб, сейчас Илья Брызгалов подключился, говорят, что наши тренеры были слабее канадцев гораздо. Скажи, как капитан, действительно так или нельзя ругать тренеров, что это? Ну, смысл там, допустим, к тому же Брызгалову сейчас об этом говорит, да, как бы я его уважаю, но не надо лезть, как говорится, на свое дело, да. Но Дон Черри – это канадский специалист, он, понятное дело, будет, он не очень хорошо относится к русским игрокам, да, как все знают. Да. Но здесь, опять же, у каждого есть свое мнение, у каждого есть своя логика. У нас прекрасные тренеры, у нас прекрасный коллектив. И я не думаю, что нужно какие-то выводы и все скидывать на тренеров. Они говорят нам, как мы должны играть. Мы сами видели то, что вели 2-1, и потом что-то не получилось. А то, что говорят там посторонние люди вне команды, они же не знают, что происходит в команде, да? Да. Вы же не знаете, что происходит в команде. Это у нас смысл. Это со стороны, да, там, можно там говорить, рассуждать, а у нас в команде все нормально. Саш, по себе, насколько давай по турниру? Ну, понятное дело, то, что те моменты, которые произошли, да, как бы, ну, не очень доволен, но делал все возможное, бился. И я думаю, что любой игрок, который у нас был в команде, никто не может сказать, что там кто-то не бился, кто-то не доработал, кто-то еще что-то делал. У нас хороший коллектив, да, ну, опять же, где-то не подхватило нам, потому что так как играл наш вратарь, вообще во всем турнире, давал нам такие возможности, давал такие шансы. Надо было использовать. Но еще не повезло. Тебе понравилась концепция Кубка мира? И считаешь ли ее замена Олимпиады? Это турнир, что замена? Не, ну какая замена? Две разные вещи. Да. Две разные вещи, два разных турнира. Олимпиада это Олимпиада, Кубок мира это Кубок мира. Саш, 6 бросков за весь турнир. Говорит ли это о том, что хотел играть на команду больше, чем чекать этим себя? Ну, если у меня была возможность бросить, я бросал. Если у меня была возможность там где-то подыграть, я подыграл. Опять же, да, здесь
не нужно смотреть на свою статистику, все делается ради команды, все делается ради того, чтобы мы достигли какого-то результата. Okay. Саш, спасибо. Спасибо. Think of the second shift in this quarter. It's hard because everybody, you know, like what you mean them, everybody have, you know, that feelings, and in locker room was, you know, was tight, was positive, and nothing was dangerous. What do you think ultimately happened with the power play? Why you didn't get on the same page? We try all the different things, but. Just sometimes it just didn't work. We'll see. It's hard to say. Again, we wasn't on the same page. Everybody was on the same page. Everybody know what they have to do. But how much confidence did Bobrovsky's play give you guys throughout the tournament, but maybe particularly tonight? Well, that's why he's one of the best goalies in the league, you know, in the world. He played unbelievable. Any goal like when they score, it was his mistake, and he gave us a chance, and I think we used that chance to our last moment in the second when was it two icing, was it back balance, and they kind of gave a pass in there tonight, so I think we'll go with it. Does this disappoint you compared to the Olympics? Is this different? Is it more positive because you got farther? Is there a comparison to it? No, you can compare those tournaments with the Olympics. Obviously, it's two different tournaments. Obviously, in the Olympics, you're in shape, you play like 40 games, and then you came to the Olympics. Right now, you didn't play, like, you play like three games, and you have to fight through like. Time changing, game style, speed, it's totally different. Alex, for a team to beat Canada 2 out of 3 in a final, what's it going to take? Don't afraid to play against them. It's, you know, how I said, we play against them all the time, against those players in the NHL. You can see if you play smart, if you don't make mistakes, look up on your side, obviously, because you can see the first goal, we lose the puck, and the puck was in the crossing stick, and breakaway, like, first it's playing kind of 50-50, when he scored goal. Second goal was a bad bounce on off the crossing stick, and, like, you know, you can talk about luck, but, you know, you can't make those mistakes because they're going to use it. They have skill, they have talent, they have confidence, and they have experience. Thank you. All right, guys. Thank you.